вышли немного пройтись, прогуляться, то у меня уж голова разболелась. От общения с этими блогерами, которые, с которыми я договариваюсь на рекламу, у меня уже просто реально шарики за ролики. Обещают одно, потом какую-то вообще такую фигню выкладывают. У меня реально уже, ну, нет сил. Потом расскажу вам, если будет интересно, что там происходит, но... на данный момент я даже не уверена, что я говорить могу об этом спокойно. Ой. Пройдусь, прогуляюсь с собакой. Нарезала сырочка, лакомство. Сейчас, может, позанимаемся с ней. Погода хорошая, солнышко светит. Собака тоже дома засиделась уже. Между прочим, у нас в Ирландии уже сейчас опять локдаун. Запретили выходить из дома без масок. Запретили ездить, передвигаться дальше 5 километров от места проживания. В общем, на второй круг заходим. Сегодня первый раз в году мы трое одели на выгул. Ну, не то чтобы мы там с ней много раз гуляли за последнее время, но в основном мы берем рюкзак. Собака замерзает, я просто ее прячу в рюкзак, и там она сворачивается в клубочек, хэкает себе на лапке. А сейчас я хотела ее одеть, да не нашла теплого свитера, а нашла только эту маечку. Ну, думаю, ладно, для первого раза пусть маечка походит, пока вспомнит, как передвигаться в одежде, потому что это сковывает немного ее движение. Она становится менее активной. Ветер все-таки прохладный, дует. Так, свежо дует. Если пока трое активная, она там, ну, как-то носится, ей не холодно, то если она снизит скорость, она замерзнет. Так что далеко от дома уходить не будем. Сейчас где-нибудь на солнышке найдем полянку, где немного людей, позаниматься. И домой. Чего ты? Чего ты испугалась? Здесь у нее какое-то место страха. У кого-то, у одних людей здесь место силы, а у нас место страха. Она тут все время, когда проходит, чего-то боится. Я первый раз думала, когда она испугалась, я думала, что она лису увидела. Она была без поводка, и она просто дранула в сторону дома. Я еле докричалась до ее мозга, чтобы она остановилась. И теперь все время, когда здесь ходим, она здесь все время боится. Нервишечки. Нервная система слабовата у нашей собачечки. Ну, в принципе, для такого размера, может быть, не так уж и плохо. Да, вчера.
все пометить. Это ж, блин, меточный герой. Там под березками есть такая полянка. И, наверное, там можно будет позаниматься. Я не знаю, сегодня я делала новую ветрозащиту. Если сильный ветер вам мешает, извините, пожалуйста. В следующий раз ее одевать не буду. Ну, просто ветрозащита — это такая хрень, которая разваливается у меня постоянно. Сегодня она у меня новая, еще не протестированная. Асфальт весь в какой-то мокрой, полусгнившей траве, заляпанный грязью. Чем-то похоже на навоз коров. Но коров тут нет, а навоз есть. Сейчас обойдем пару раз по кругу, чтобы собака все обнюхала и еще донабегалась. Здесь можно деревья пообходить. Обойди. Молодец, хорошо. Умница. Трая, обойди. Трая, обойди. Обойди. Да, хорошо. Молодец. Умница. Обойди. Молодец. Обойди. Вперед. Обойди. Да, хорошо. Сюда. Ай, молодец. Умница. Молодец, моя собака. Обойди. Да, хорошо. Молодец. Обойди. Быстрее, 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 быстрее. Да, хорошо. Сюда. Сидеть. Жди. Ко мне. Молодец. Хорошо. Место. Жди. Собака, место? Место? Место, да. Сюда. Жди. Хорошо, место. Сюда. Молодец, хорошо. Место? Да, место? Место? Молодец, сидеть. Лежать? Хорошо. Место. Место. Да. 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 Хорошо. Место. Молодец. Место. Стоять. Хорошо. Сидеть. Умница. Лежать. Да. Обойди. Молодец. Хорошо. Трая, голос. Голос. Да, хорошо. Умница. Хорошо.
Умница. Принеси. Быстрее, 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 быстрее. Принеси. Быстрее, 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 быстрее. Сюда, сюда, сюда. Да, моя собака, молодец, кушай. Хорошо, молодец. Принеси. Сюда. Да, хорошо, молодец. Умница, принеси. Быстрее, 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 быстрее. Да, хорошо. Принеси. Моя собака. Сюда, сюда. Хорошо. Сидеть. Лежать. Да. Стоять. 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 Да, стоять. Хорошо. Молодец. Ра. Принеси. Быстрее, 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 быстрее. Молодец. Хорошо. Умница, умница. Обойди. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо. Умница. Трое. Трое. Обойди. Быстрее, 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 быстрее. Обойди. Да, хорошо. Сюда. Трое. Сюда. Да. Хорошо. Трое. Обойди. Молодец. Бегом быстрее, быстрее, быстрее. Трое. Трое. Сюда. Хорошо. Гуляй, гуляй. Ай, молодец, молодец, моя собака. Умница. Раз. Да, моя девочка, да, умница. Хорошо, молодец. Молодец, моя собака. Раз. Молодец, молодец, моя собака, молодец, хорошо. Ищи. Вперед. Вперед. Ищи. Хорошо, молодец. Молодец, моя собака. Принеси. 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 В руку, давай. В руку. В руку. Трое, в руку. Да, хорошо. Молодец. Молодец, моя собака. Молодец, моя собака. Все, гуляй. Гуляй, гуляй, моя девочка, гуляй. Так немножко с ней позанимались. Уже неплохо. Правда, когда человек шел мимо, она немножко такая напряглась. Начала на него смотреть, но раздражитель. Она отвыкла от занятий на улице. Мы в основном дома занимаемся. Ну так, основные команды повспоминали. Сейчас интересно, она не стрельнет домой теперь? С перепугу здесь, на месте страха. Так, там собака, правда, она на поводке. Ну, давай и мы пристегнемся, наверное. Пристегнемся. Ты мой золотой. Куда пошла? Сюда иди.
Они что-то вышли из угла, на нас посмотрели и ушли. Что они повыглядывали на нас из-за угла, когда-то свернули и ушли. Не знаю, почему они. Здесь какие-то у ирландцев особые правила по общению собаковладельцев с окружающим миром. Я не очень их понимаю почему-то. Они часто отличаются от тех, к которым я привыкла. Почему-то, когда я прохожу мимо и улыбаюсь собаке, хозяева не подпускают ее ко мне, а наоборот хватают и тянут подальше от меня, как будто бы она меня может напугать. Несмотря на то, что я веду себя максимально дружелюбно по отношению к другой собаке. Не знаю. Я очень много раз замечала подобные вещи, странности. Просто я думаю, это разность менталитета. Я не все еще понимаю. Я думаю, они просто еще немного подзапуганы вот этими личными свободами европейскими. И у них другой взгляд на все это, в общем. Да, моя девочка. У меня собака дергает поводком за руку, в которой мячик, и из-за этого он непроизвольно пищит. А вот так прогуляешься 10 минут с собакой, и сразу легче становится. И голова уже не болит, и все как-то вообще спокойнее, и счастливее, и вообще смотришь на этот мир совсем другими глазами. Владение собакой – это особый вид удовольствия. Не все это могут понять. Но те, кто однажды прочувствовал, тем нет нужды объяснять. Какой-то кайф просто побегать, поиграть с собакой, значит. Когда у меня была большая собака, вот такие таблички всегда перепрыгивали. Но с маленькой я не могу. Она туда не допрыгнет. Странно, почему эти деревья помечены желтыми лентами? Кто-нибудь знает, что это значит? Их тут много. А, это, наверное, здесь же у нас сейчас проводятся голосование за строить мост или не строить мост через железнодорожные пути. Я об этом как-нибудь в другом видео расскажу. У меня много материала уже насобиралось. Но хочу дождаться итогов, чем это все закончится. И они тут реальную войну устроили. Они тут агитируют на каждом углу, листовки развешивают, раздают людям, пытаются объяснять там, прохожим пристают. За или против. Одни хотят, другие не хотят. Ну что ты так сама тянешь, а потом хекаешь?
А, тут Хэллоуин. Я думаю, что происходит вообще. У нас же Хэллоуин на носу. Точно. Это все объясняет. Это все какие-то странные таблички повсюду расставлены. Что это? Откуда это? Вот мы и дома. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.